Аркадий. Ну ладно, а как у меня имя? Протупил. Всем привет, меня зовут Серж, и сегодня мы посмотрим топ-5 самых опаснейших игр для детей. Во что играли, во что играют, во что будут играть, мы и так все знаем. Будут играть в плойчики 5, 6 и там айфоны 13. А вот во что играли раньше и почему это было опасно, сейчас мы узнаем. Готовы? Поехали! И начнем с 5 места. 5 место занимает у нас, что бы вы думали, Dark. Сейчас объясню почему. Поскольку его еще никто не запретил, и он находится в свободной продаже, он все-таки является опасным. Нетрудно догадаться почему. Острые наконечники впиваются в мишень, а если использовать не по назначению, то это довольно травмоопасная игра. Можно залепить в ногу, наступить на него или еще хуже, зарядить в глаз. Таких случаев очень много, и пока кто-то экспериментирует с опасной игрой, мы переходим дальше. Четвертое место. Такая очень незанимательная игра для моторики, очень интересная, веселая. Лего. Вот скажите честно, вам приходилось наступать случайно на маленький кусочек этой беззащитной пластмасски? И как ощущение? Кажется, что все, оторвалась нога или в нее вонзились миллиарды иголок. Чувствуешь себя начинающей йогой, сравнимо с ударом мизинца об угол кровати. Поэтому с уверенностью заношу ее в топ-5 игрушек для пыток. Двигаем дальше. Третье место занимает крылатая фея. Почему она крылатая, почему она была опасна и почему ее сняли с производства? Слушаем. В 1994 году на свет появилась фея Skydancer от компании Gloop Times. Взлет и движение этой куклы обеспечивал электрический моторчик. Судя по тому, что эта фея выбивала зубы и оставляла сильнейшие порезы при неаккуратном использовании, моторчик был явно от Tesla. Фею с эксплуатации, как я уже и сказал, сняли, но свой след в истории она оставить успела. Двигаем дальше. Второе место. Печь-духовка от компании Hasbro. Сейчас объясню, чем она была опасна и какие ужасные тайны варились в ней. Казалось бы, что такого? Обычная игра для детей. Но основным отличием было то, что в этой печке стоял настоящий нагревательный элемент, и духовка разогревалась до 200 градусов. Из-за этого были частые ожоги, а одной девочке даже ампутировали палец. Мне кажется, таким способом просто подготавливали детей к суровой жизни. Ну а чего? Зачем пальцы-то куда попало сувать? Двигаем дальше. Первое место. Самое опасное, самое страшное. Ее давно уже сняли с эксплуатации. И это не преувеличение. Игрушка. Набор юного детектива. Рассказываю, почему она опасная. Если вы думаете, что работа детектива опасна, то вы точно правы. Ведь играя в нее, можно было заполучить рак легких или облучиться радиацией. Дело в том, что пудра, которая принадлежала для снятия отпечатков пальцев, содержала в себе один из опаснейших видов асбеста. При единоразовом контакте можно было уже нехило навредить своему здоровью. Так ей еще и посыпали еду. Нетрудно представить, какие проблемы со здоровьем у них были. Берегите себя, играйте в правильные игры. Киберпанк, Resident Evil, да вообще не важно. Казаки-разбойники, разберетесь сами. Главное, не болейте. С вами был Серж. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Ставьте лайки, если вам понравилось. Если не понравилось, ничего не ставьте. Пока-пока!